Сегодня в мире идет священная война против сатанизма. И мы, последователи пути Ахмад Хаджи Кадырова, дал газу пробыл дойти, должны быть в авангарде этой борьбы. За нами наша великая родина, Россия, которую мы будем защищать, если надо будет, ценой своих жизней. Нам наши предки завещали наши национальные традиции и вековые устои, нашу религию. Наши устои, наши обычаи не приемлю, чтобы мы склонили свои головы перед сатанистами. Мы твердо стоим на защите свободы религии, обычаев, традиций и культуры. Именно поэтому мы с огромным желанием участвуем в этой борьбе и обязательно дойдем до победного конца. Путь Ахмата Хаджи Кадырова не допускает уступок врагу. Враг будет разбит, а нацистские знамена будут растоптаны. А победа обязательно будет за нами. Россия – это страна, где охраняются религиозные и семейные ценности. И приказ верховного главнокомандующего этой страны мы выполним в любой точке мира. И мы победим. Нас не остановят натовские танки и артиллерии. Чем больше их будет на Украине, тем больше трофеев мы заберем. Мы здесь не встречаем достойного сопротивления. Против нас воюют жалкие нацисты, прикрывающиеся мирными жителями. Поэтому каждый из них, иншаллах, почувствует вкус чеченского свинца. Нам не впервые воевать против натовской маринеток. Чеченской республике мы под руководством главы Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыром поголовно уничтожили всех террористов, подготовленных западными спецслужбами. Шайтаны, вы воюете с мирным населением и защищаете западную идеологию разврата. А мы находимся на священном джихаде. Ваши погибшие окажутся в аду, а наши братья попадут в рай. Для нас является дело чести уничтожать сатанистов по всему миру. Не бывает только какие они оружия. Нас интересует только их местонахождение, и он нам известно. Когда в европейских странах сжигали священный Коран, рисовали карикатуры на нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, мы мечтали встретиться с вами на поле боя, и сейчас, хвала Всевышнему, нам предоставилась возможность призвать вас к ответу за ваши грязные нападки на нашу религию. Мы раз и навсегда покончим с нацистскими батальонами и чеченоговорящими шайтанами, которые выступают под флагом ЛГБТ. Их конец близок. Мы на все 100% готовы выполнить приказ нашего дорогого старшего брата, боевого генерала, командира Рамзана Ахматовича Кадырова и вернуться домой с высоко поднятым флагом победы. Находясь здесь в зоне специальной военной операции, мы с огромным удовольствием выполняем приказы нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина. Ваши хваленные элитные войска в лице нацбатцев были нами разгромлены, в том числе Мариуполе. Когда они сначала спрятались, как крысы, катакомба, а потом сдавались, снимая с себя штаны, такая же судьба ждет и всех их приспешников. Наши братья на передовой, несмотря на различные ранения, они просят не отправлять их в госпитали. Они демонстрируют настоящий боевой дух. Нашим врагам этого не надо. Поэтому, без всяких сомнений, мы одержим победу над ними. Никаких переговоров с врагами, никакой пощады, никаких компромиссов. Мы будем идти только вперед, пока не одержим победу. Ахмад! Такбир!